И сегодня у нас в гостях сырки 3 коровы, 2 кота. Не будем медлить, перейдем к распаковке. И сегодня у нас 4 вкуса: кокос, сгущенка с арахисом и лимон. Давайте я попробую и дам оценку каждому сырку. И первый у нас по очереди идет сырок с лимоном. Ну, в принципе, я могу ему дать 2 балла из 3. Второй сырок с арахисом. Честно говоря, на любителя я могу ему поставить 1,5 балла из 3. Сырок номер 3 со сгущенкой. Я ему могу поставить 2,5 балла из 3. Сырок вкусный. И последний, четвертый сырок с кокосом. Сырок обычный. Наверное, 2 балла из 3. Сырки 3 коровы, 2 кота. С лимоном и с арахисом на любителя. А вот остальные у них сырки хорошие. Как и все остальные.